занимается не только виноградом и деревьями, ягодниками, но еще и мы имеем две теплички небольшие по 500 квадратов, где мы, собственно говоря, выращиваем овощи. Сегодня мы хотим рассказать вам о рассаде белокочанной капусты ультраранних сортов, которые мы будем высаживать через 2 дня. Сейчас проходит рассада у нас закалку. Мы сейчас пройдем в маточники, посмотрим, в каких условиях она там находится. Вот. Здесь вот, в этой теплице у нас 500 квадратных метров. Пленочная, двойная пленка термос. Наш котел. Рыжий помощник вот там вот. О котле мы расскажем чуть-чуть позже. Как он справляется, не знаю, сколько его хватает. А теперь давайте пройдем в маточник и посмотрим на нашу рассаду. Вот это наша рассада ранней капусты. Ультраранних сроков созревания, гибриды. Здесь мы имеем 4 гибрида. С двумя мы еще не работали. А один показал себя достаточно хорошо, второй удовлетворительно, скажем так. Решили его еще раз посмотреть. Сегодня 1 февраля, нашей рассаде 45 суток. То есть мы ее высевали сразу, непосредственно, без пикировки в кассеты. О субстрате, если будет интересно, мы расскажем чуть позже. Вот. Хочу просто показать, в каком состоянии рассада находится. Сейчас мы выдернем из кассеты. Вот такая вот корневая система хорошая, хорошо развита. Опрела уже весь кубик субстрата. И вот, собственно говоря, 5-6 нормальных, хорошо развитых листьев мы имеем. Высевали мы ее 7 декабря, 13 числа. 13 декабря начали выходить первые всходы проявляться. На 15 декабря уже были полностью все всходы. И вот, как я уже говорил, собственно говоря, на сегодняшний день мы имеем хорошо развитую 45-суточную рассаду. Подкормки, поливы тоже, наверное, чуть позже. Если будет так интересно, пишите, может быть, в личку, может, в комментариях. Будем рассказывать. Может, кому-то понадобится, снимем на эту тему отдельное видео. От всходов... После появления всходов дружных мы первых 3 дня подсветку держали круглосуточно, и температуру не поднимали выше 12 градусов. После, собственно говоря, таких условий мы перешли на подсветку. Досвечивали непосредственно в среднем 12 часов. Температуру днем держали не выше 17. Ночью мы держали в районе 10. Сейчас уже 3 сутки мы проходим закалку для того, чтобы подготовить рассаду для высадки в теплице. Чуть-чуть условия будут отличаться, собственно говоря. Вот. Днем мы опустили температуру до 10-12 градусов. Ночью мы ее опустили на 4-3. Сейчас 20.00, и у нас температура в районе 8 градусов и будет дальше понижаться. Планируем до 12 часов, что она у нас будет в районе 3 градусов, и будем держать ее в этом ритме.
Значит, отмечу еще раз. Сегодня 1 февраля. На 3 февраля мы будем планировать высадку рассады непосредственно в теплицу. В дальнейшем по фазам развития будем стараться выкладывать видео и отвечать на интересующие вас вопросы по подкормкам, по борьбе с болезнями, вредителями и по уходу.